столовой Камея кипит работа. Нужно рассортировать продукты по пакетам, чтобы они как можно быстрее попали к сотрудникам МЧС. Помощь адресована пожарным, которые задействованы в тушении огня на территории Первомайска и Сарова. Это обычное человеческое желание, во-первых, помочь, во-вторых, мощностей Первомайска с течением времени стало, особенно до того момента, до принятия решения о выделении средств резервного фонда правительства Нижегородской области, просто физически стало не хватать. Потому что, насколько мы с Еленой Анатольевной Бедновой разговаривали, там и две столовые уже просто там не справлялись, да и те, ну, например, когда жители представляют просто продукты, на все требует какого-то приготовления, хранения, там, логистики какой-то определенной. В Арзамасе мощности были, мощности свободные. В основе продуктового набора сытное второе блюдо. Например, гречневая каша с тушенкой. В паек также входят овощи, вареное яйцо, выпечка и вода. Запас продуктов достаточный для плотного обеда спасателя. Наше предприятие организует питание при всех чрезвычайных ситуациях, которые происходят у нас в городе либо в районе, и поэтому как бы мы уже к этому готовы. За последние 10 дней из Арзамаса было передано около 5000 продуктовых наборов. София Иванова, Любовь Шапко, время новостей.